Семья из 4 человек в Алматинской области нуждается в помощи. В прошлые выходные в поселке Байсерке сгорел частный дом. Огонь уничтожил строение, в котором жила семья Малецких. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, но у погорельцев не осталось сменных вещей, продуктов и даже документов. Там дом на дому стоит. Это ужас, это страшно. Языки пламени мгновенно охватили дом, построенный еще в 80-х годах прошлого века. Хозяева даже не успели спасти домашних питомцев. В огне заживо сгорел кот и любимый попугай детей, вспоминает Наталья Малецкая. К счастью, никого из членов семьи в доме не было, поэтому человеческих жертв удалось избежать. Я пыталась из колонки со шлангом поливать, а шланг плавится и плавится. Потом уже чувствую, что не справляюсь с этим огнем, бегу за калитку, зову на помощь. Пока погорельцы ютятся у родственников, но долго это продолжаться не может. Куда они пойдут, не знают. На съемное жилье денег нет. Доходов семьи едва хватает на пропитание и оплату кредита. А впереди зима. В предстоящей зиме хозяева готовились основательно. Пристраивали комнату для детей, в кредит закупили множество бытовой техники, которая сейчас больше похожа на груду металлолома. В местном акимате средств нет, но обещали расчистить место пожара и вывести мусор. А также мы обратимся к нашим предпринимателям, кто вот неравнодушен, какая-нибудь помощь все равно будет оказываться. Сейчас, чтобы восстановить хотя бы часть дома, нужны стройматериалы и инструменты. Пострадавшие будут рады любой помощи. Жанна Тайтенова, Влад Шишко, Информбюро Алматы.